Первая курортная зона Пионерского проспекта. Этот торговец с непонятной жидкостью использовал мобильную тактику. Торговал, что называется, с колес прямо из своего авто. Регулярно менял места сбыта, но уйти от наказания не смог. Никаких документов, подтверждающих родство разлитой жидкости с вином, нет. Более 100 литров зелья изымаются, а на нарушителя составляется протокол. Здесь же по соседству расположился еще один объект стихийной торговли. Кроме фруктов, этот продавец приторговывал кондитерской продукцией. В нарушении всех санитарных норм. Ей также выписывается протокол. Убирайте, я еще буду ехать через полчаса назад, чтобы я здесь ничего не видел. Вы получите второй протокол. А это уже село Витязево. После контрольной закупки комиссия фиксирует факт незаконной реализации алкоголя. Здесь чувствуется размах. Почти тонна разной спиртосодержащей продукции. Документов и лицензии также нет. Сотрудники полиции выписывают протокол и опечатывают коробки с вином. Только за вчерашний день рейдовыми группами удалось изъять не менее 1,5 тонн виноматериалов. Торгуют в основном у первой линии моря. Основное это, конечно, наши прибрежные, все эти Благовещенка, Витязева, Суко, Утриш. Большое количество там изымается алкоголя, и причем изымается ежедневно. Как сотрудниками полиции по нашим звонкам, по нашим КУСПам, так же сотрудниками полиции самостоятельно все это изымается. Сегодня мы проводим рейдовое мероприятие совместно с сотрудниками ИАС полиции. Они полностью управление вышло их на работу с нами, и управление торговли, совместное мероприятие. Вот сегодня отрабатываем поселок Витязево. Только с начала года подобные рейдовые мероприятия позволили изъять из оборота более 15 тысяч литров алкоголя. Штрафы за такие правонарушения весьма серьезные – от 30 до 50 тысяч рублей. Если правонарушитель попадается повторно, то на него заводится уголовное дело. Руслан Душевский, Анапа регион.